задачи вот, и в принципе размышляю, вот, пройдешь, прочитаешь в интернете вот, эти новости, и вообще становится кошмар. В чем заключается? Вот сегодня прочитал там, что Верховная Рада там на 5% минимальную зарплату отклонила или не приняла, голосов не хватило. А себе хорошим, вот, что самое характерное, без всяких согласований, без общественности, без ничего. Взяли из 6 тысяч, сейчас до 17 подняли зарплату, за счет налогоплательщиков будет платить. И никого совесть не мучает. Там что-то Ляшко пробурнел, что он вроде бы как против такое, пока не повысят там зарплату людям, мол, народу Украины, мол, не надо. Ну, а тем не менее никто, ни Тимошенко, ни эти комбаты, все устраивают. Наоборот, еще некоторые, не комбаты эти, которые там зашли, не, ну, в общем, не оппозиция, которая в оппозиции, там, самопомощи, все, все молчат, всех устраивает, всех своя зарплата, они довольны тем, что, ну, как довольны, тихо, молча, сами, это для них, они считают, что это так и должно быть для них зарплата. Я понимаю, что депутат должен хорошо зарабатывать, но во всем мире то привязана зарплата к средней, там, по стране как-то. И она не может превысить там 4-5 раза больше, чем, ну, в каждой стране своя. Ну, не наглеют же так, что вот, смотрите, 1000 минимальная зарплата, 17 в 17 раз. Было 6 тысяч, это как раз то, что по тем стандартам европейским и было. Но чтобы поднять минимальную зарплату, сделать так все условия, наше шварье только может смотреть, не получается минимальную зарплату, все же разворовывается. И они решили, что ну как, мы же все равно не дождемся, чтобы минимальную поднять, потому что воруют больше, чем прорастает ВВП. И решили сами себе хорошим сделать эту, не зарплату, а денежное содержание, можно сказать. Какая зарплата? Она не зарабатывает, это бездельник. Сегодня Савченко там пришла в 7 часов утра. Какой 7 часов утра? Они в 10 часов начинают и уже там обед, там 2 часа перерывы, счет перерывы, и все, смотришь уже. 18 часов не досиживает большинство, прекращается эта работа Верховной Рады. Негодяи у власти, расстраиваясь от того, что люди гибнут на Донбассе, воины гибнут за Украину. А эти негодяи варьё, а в военное время это мародеры, когда тащат бюджет, а все. Еще взятки берут громадные. Черную кассу вот открыли, ну только кассу по и нашу Украину это финансирует, или коммунистическую партию, и там все, это ж только Альби всплывет все это, и говорят, это уже не доказательство, там, мол, и можно написать от рук. Нет, дорогие, подписи есть, бланки, все заполнено, все, так что придется отвечать, а не так, что. И вообще, пока не будет очищения общества, вот это, элиты нашей. Какая элита это? Я имею в виду чиновников вот эти, что 25 лет руководили, точнее, воровали и тянули все соки с Украины. Пока не будет наказано, не будет очищено это все, общество не успокоится.